Я сразу в наушниках. Вы можете спросить, почему это? А потому что ты до сих пор не зашел на Arizona Roleplay Phoenix, не ввел мой никнейм Dante Connor, а также не ввел промокод мой на Autoxic54 на этом серваке, поэтому вводи и делай все прочие вещи. 40 тысяч доната, куда я потратил, в скобочках самп, это Вальдемар, если кто-то мало ли не знал. Всем хай! Привет! 23:20, почти отлично. Полночь. Звезды уже даже на небе. Улицы офигеть. Сервера пустые. Вы спросите. Погоду можно менять команды и сет везер. Вальдемар, что ты, блин, задумал в такой. И сет тайм, кстати, смена. Время. Время. А я, ребят, задумал потратить дофига доната. Офигеть. Все помнят ролик и аккаунт, когда я потратил 170 тысяч доната за один ролик. Мы опять заходим на этот ак. Только в этот раз 43 тысячи доната, который офигеть. Я планирую потратить не на верты или тачки, а на уровень. Уровень аккаунта. Парень класс. На тачке сломал. Держи, я добрый. Гони, гони, бро. А я пошел совершать самый безумный поступок в своей жизни. Давай. Некоторым... Но тебе же все равно этот донат выдали. Даже такое типа... не снилось. Донат... Стас. 42 800 доната. Это шок. Нет, шок это то, куда я собираюсь его потратить. Опять донат. Много вариантов, куда можно слить донат. И випка вам, и скины, и аксессуары. Пол сменить можно. Я уж секс. Не знаю, что телефон... Слышали трек секс у Славы КПСС? Фон купить, деньги, XP. Но мне нужно это. За 3 донат коина можно получить... Одно XP. Ну, типа, это мой аккаунт. Дорого. Уровень 28. Уважение. То есть 1,5 рубля это одно XP? 54 из 116. Уважение, ну, это XP. 28 уровень. У меня как бы и так. Давайте даже глянем, побьем мы сегодня рекорд сервера или нет. 79 177 уровень. 177. Офигеть. А как такой левел вообще качнуть-то можно? 133. Это задроты какие-то играют или чё? 139 да. уровень. Да ладно. Пацаны, я без понятия, побьем мы сегодня рекорд или нет, но 43 тысячи. Гребаных доната. 42 888 рублей. Ладно, я задолбал медлить. Донат XP 2888 доната. У вас недостаточно AZ Coins. 999 XP. Окей. 500 XP. Поздравляю, вы достигли 32 уровня. Минус 1500 доната. Еще разок. Вы достигли 36 уровня. Вот это я развиваюсь, конечно, не по часам, нормально. А по секундам. 36 левел, между прочим. Прикольно. Самый большой уровень в сампе. 279. Самый высокий офигеть. Уровень игрока из всех серверов проекта Arizona Roleplay. Необходимо прикольно. Отыграть 156 тысяч часов. Или 18 лет беспрерывной игры. А чупеть, посмотрите, что я нашел. Таблица опыта. Допустим, 10... А на каком сайте? Не подскажешь, лучше не говори. Уровень. 40 XP для получения. Но есть проблемка. 49 уровень, 50. Это максимум. Ладненько, идем дальше. 1000 XP. Купить. Недостаточно AZ Coins. Ошибка какая-то. 40 тысяч доната мне точно хватает. 500 XP. Вы достигли 39 можно уровня. Просто по 500 XP покупать, брат. Не, не знаете, так. Что страшно? Что я даже до 100 левела-то не качнусь. ВК прям у вас и спрошу. Трачу 43 тысячи доната. На уровень. Как думаете, какой качну? Бла-бла-бла. Публикуем. Ждем. Класс, тем временем меня убить кто-то пытается. Гад, докатался. Водичку хлебай теперь. До 200 уровня точно. Думаю, даже больше. А я так не думаю, но надеюсь. Смысл? Деловой какой-то написал. Далее произошло нечто очень тупое. Пока я лежал в больнице, решил пару раз профлудить. Казалось бы, я пишу 500 XP и покупаю. Но за один такой раз с меня сдиралось 1500 доната. Короче, так я и облажался, сам того не понимая. Чего? Блин, а как так? Как так получилось? Статистика. Уровень 88. 800 доната. Давайте добьем уж, чё уж тут. 18 доната остается. Уровень 88. Зачем я это, ребят, сделал? 90 уровень качнешь, говорят. Это учитывая, что у меня уже был 28 уровень, 43 тысячи доната. Я, как самый умный человек в мире, потратил эти деньги на 40 уровней. Это я неплохо. Считаю, поступил правильно. Верты, верты, ребят, верты уже давно не в моде. Но и уровень, конечно, побольше хотелось бы. Илья Дэвин, хотелось 99 бы. Уровень. Вальдемар, 88 уровень. Только я как-то сомневаюсь, что Илюша 40 тысяч доната потратил. Вот и все. Минус 40 доната. Куда я их еще мог потратить? Перевести может быть, деньги? Он 50 тысяч донат потратил. Нет, такое себе. В тачке тоже. Вы, ребят... Вот деньги, тачки, машины. Уже видели, как ютуберы покупают крутые бизнесы, очумевшие дома и прочее. Но, чтобы кто-то потратил 40 тысяч доната, а это 20 тысяч... Нам почти не загораживают, Вальдемар. Все отлично, можешь рублей не убирать этого уровень. Чела. Это класс. Вообще, лицо видно. Правда ну, вот сейчас видно. А то, что у людей 130 уровень, 199, это как вообще? Ё-моё, это как играть надо? Какой у вас уровень? Напишите в комментарии. И чё, мне еще можно заплатить с донатом? 10, тоже. Можете 12. Посоветовать. Всем пока. Мне отдать.
В общем, на этом все. Аризона, Рулиплей Феникс IP, а также мой никнейм Данте Коннор, а также мой промокод NoToxic54 и все прочие вещи, они находятся в описании данного видео. Сейчас тут еще видосы будут. Нажимай быстрее, смотри, подписывайся на канал, ставь лайк.